Всем привет, друзья! Начнем контент делать. Усаживайтесь поудобнее с чаем и печеньками. Интересно, эти кнопки еще работают? Жму кнопки, двигаю платформу. Все ясно. Просто, что их оставлять здесь? Они же нам понадобятся. Почему? Он даже не додумался. Не зря. Давайте заберем. Нам туда. Что это? Ты, снаряжение. Так, уровень мощи добавляют. И общему уровню героя. Можно сразу просто активировать. Отлично. О, распределительный щит. Так. Который как раз оторвало. И вуаля! Теперь кнопка работает. Я смогу выпустить. А вот и выход. Никаких следов сопротивления. Наверное, Халк их спугнул. Мне надо как-то спуститься. Для тебя не проблема, Лизина. Ну и что теперь делать с записью? Ты что, следил за мной? Это так стрёмно! Держи. Лежать. Ah!
комбот. Отлично! Руки иголки! Я тебя не боюсь! Эй, я же нажал. Я вам не дамся! Все, потерял. Щит-то свой потерял. От газа дофига там сколько было. Нормально так. Эй, что вы делаете? Тише. Все хорошо. Я хочу убедиться, что ты в порядке. Нет, нельзя же вот так брать кровь, у кого вздумается. Я знаю. В обычных условиях нет, но... Это необычные условия. Обалдеть. Доктор Беннер. О, нет. Так. 9-е шоссе, оно в 20 милях от 90-го. Там остановка, и ты сможешь... О чем вы говорите? Я, видишь ли, довольно долго... Был здоровяком. Вот так. И давно?
давно вы здесь живете? Ну, несколько лет, да? Это поразительно. Да. Мне уже говорили. Неужели из-за этого роботы АИМ загнали ребенка в пустыню? Не совсем. Я типа сперла кое-что с серверов АИМ. Что? Сперла? Ладно, зачем? Я сама знаю, но... Просто вы сами посмотрите. Тарлтон. Да. А зачем отключать охранные протоколы? Неужели он... Да! Да! И я о том. Он закрыл Кэпа в реакторном отсеке и пытался угнать Химеру. Ну, может, не совсем все так. Мы знаем, что реактор забарахлил, и, может быть, Кэп просил его отключить охранные протоколы и запереть Нет, дверь. Мы все слышали показания о Дне Мстителей. Тарлтон и Моника в момент взрыва были на капитанском мостике. Именно поэтому они сумели выжить. Это доказывает, что Тарлтон даже близко у капитанского мостика не был. То есть он врет. А где же остальное? Меня вышибли. Остальная часть повреждена. Да. Слушайте. А если Мстители подставили? А? Тарлтон, а им... Это их лекарство. И я... Здесь что-то не сходится, что-то не так. Я чувствую. А вы? А я-то думал, что ты воровка, решившая стащить щит Кэпа. Ну... Я подумала... Вдруг мистер Старк поможет? В смысле, вся система на его технологиях. Если кто их взломает, то это да. Он, да? На 9-м шоссе есть остановка. От нее двигайся на восток и встретишь моих старых друзей. Они помогут. Мария хорошая. Скажи ей, что от меня, и покажи ей все это. Вы же видели запись? Признали, что что-то не так. Прости, я не могу помочь. Хотел бы, но не могу. Но вы же доктор Брюс Бэннер. Один из величайших умов наших времен. Каких еще умов? Ты что несешь? Мы такое натворили. Ты не понимаешь, как это опасно. Тарлтон зовет таких, как я, нелюди. Говорит, что мы больны. Опасны. Безумны. Что наша болезнь убьет нас в итоге. Ну, а я не верю. Я сама найду мистера Старка. Подожди, я... Я тебя подброшу. Правда? Прикольный Халк, себе бы такого, да.
Ой, блин, капец. Спасибо, Брюс. Да, похоже. Тони спрятал свои игрушки, когда Stark Industries разорилась. Где сейчас Тони, может знать только Джарвис. Эта дорога должна привести нас к секретному входу в архив. Супер! Отличный день для прогулки. О, вот это настрой. Ты носишь тот коммуникатор, который я тебе дал? Ага. Он почти незаметный. Так почему вы вернулись обратно на Химеру? Не я, а он. Так, это он распугал все сопротивление? Честно, я не особо помню Камала. Здоровяк повздорил с несколькими агентами щита, а после... ничего. А, ясно. Кажется, я что-то нашла. Тут тесновато. Да, береги голову. Так, давайте я помогу. Спасибо. Не надо, я справлюсь. А на что вообще Джарвис похож? На старый жесткий диск образца 1998 года. Еще вопросик. На что похож жесткий диск образца 1998 года? О, боже. Ого. Красиво. Да, уютно такое место. Что здесь у нас? Наконец-то. Значит, мы... Ну что, друзья, давайте закончим на этом. Спасибо, что пришли. Подписывайтесь на канал. Проставляйте колокольчик, ставьте лайки либо дизлайки. Оставляйте комментарии, что думаете. И до новых встреч. Всем пока.